В вечере памяти принял участие сын Акына Аян Толегенул, и он отметил, что литературное наследие писателя велико. Коллеги и знакомые Толегена Кажыбая также поделились своими воспоминаниями. Толегена Кажыбая я знаю с 1956 года. Он испытывал трудности в детстве. Позже, в советское время, поступил в пансион, занялся учебой. Во время учебы много внимания уделял урокам литературы, истории. Уже тогда он писал статьи, ставил пьесы. Во время учебы в Алматы начал писать много произведений. Одна из отличительных черт заключалась в содержании каждого труда. Писал на литературном языке, понятном народу. Мероприятие нацелено на популяризацию оригинальных произведений Толегена Кажыбая подрастающему поколению. На творческом вечере организована выставка работ писателя. Это забота о духовном совершенствовании молодежи, знании казахских традиций и обычаев, создании подлинного перехода к национальной идеологии. Много раз встречался со студентами. Для дальнейшего развития литературного наследия этого человека не следует ограничиваться только этими мероприятиями. Он создал историю Кокшетау, внес вклад в развитие культуры. Такой благородный гражданин всегда должен быть в сердцах народа, в сознании поколений. Имя Толегена Кажыбая известно за пределами Акмолинского региона. Опубликовано более 30 его книг. Писатель, журналист, драматург внес большой вклад в развитие казахской литературы. Зеленебек Калиева, Айда Хамитова, Жюрсену Мирза, Кокши Ахпарат.